Сегодня мы продолжили изучать возможности киви. Кстати, ребят, киви очень классный, очень простой язык. Просто надо для себя создать справку. И по сути дела мы работали сегодня с изображениями. Разукрашивали их, делали шапки. То есть набирались основ. Обязательно выполняйте домашнее задание, потому что домашнее задание очень интересное. Значит, сейчас я, это курс у нас, а вот домашнее задание. Значит, что вам надо будет сделать после курса вот этого, да? Вот я показал в картинках, то есть мы размещали картинки следующим образом. Как вы видите, мы научились и разместили картинки внизу. Мы уже с вами не раз с координатами работали, поэтому вот я нарисовал картинки посередине, и мы рассматривали, как шапку сделать, как бы пьедестал, потренируйтесь. Просто посередине и вот так. Как раз у вас ориентация здесь в системе координат совсем будет другая. Киви, он меня каждый день радует, настолько крутая. Я еще пошел планшет прикупил. И, ребят, теперь мы работаем и в Инстаграм. Заходите на сайт spb-tut.ru. Еще на Android добавлю еще. И подпишитесь в Инстаграм. Следите и учитесь работать. Здесь можно перейти на школу, есть визитка Инстаграм. Успехов, конечно же, будете писать. У нас не было такого, потому что мы и с нуля изучаем Python. И ребята друг другу в группе хорошо помогают. Короче, все круто и все нормально. Шаг за шагом, не спеша. Успехов!